Региональная акция «Согреем детские сердца добротой и любовью», участие в которой приняли мытищинские ребята, прошла в Доме культуры Подмосковья в Красногорске. Она проходит ежегодно совместно с Русской Православной Церковью. 50 детей из нашего городского округа стали участниками акции. Это ребята из многодетных семей, а также дети, состоящие на учете в Центре социальной помощи «Семьян» и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Для юных зрителей организаторы подготовили развлекательную программу со спектаклем «Денискины рассказы». Мытищинцы вместе со своими сверстниками из других округов получили массу положительных эмоций и, конечно, завели новые знакомства.